бренды глянцевые журналы опубликуют только в сентябре, а пока байеры и стилисты знакомятся с предложениями дизайнеров на новый сезон. В шоуруме Энса сегодня Людмила Жукасова. Костюмы вообще в тренде. То есть они вообще не уйдут, я думаю, в ближайшее время. Надо их обязательно иметь в гардеробе. То есть вот такой вот жакет, он же везде подойдет. Такие бесподобные формы, такой крой. Просто какая-то архитектура, мне кажется, здесь кроя. Здесь действительно потрудились модельеры сделать так, чтобы платье могло сесть на любую фигуру. То есть вот глядя вот на это платье, оно оверсайз все равно, да, потому что оно свободное, но в то же время у него есть пояс. То есть можно много комбинаций с ним сделать, либо можно с брючками красиво подать, потому что, видите, тенденция, которая будет в этом сезоне брюки с платьем, она очень интересная. И девочкам, у которых длинные ноги, конечно, красиво будет смотреться брючки и любая обувь, а девочкам, у которых ниже среднего роста, конечно же, нужно всегда использовать каблук, причем достаточно высокий. Мне очень понравилась вот эта капсула, потому что вот эти стеганые изделия, они очень актуальны. И вот эта вот так называемая многослойность, когда мы с костюмом одеваем наверх юбку или платье с юбкой, это сейчас прямо такой актуальный тренд, который, я думаю, продержится еще у нас достаточное количество времени. И ну, очень современно, очень стильно, когда мы берем с вами вот такую вот деталь, можем одеть на этот костюм такую юбку, которая в цвет прямо подобрана в этой капсуле, а можно, в принципе, и черную. Порой бывает не найти в магазинах вот этих вещей, которые прям необходимы в гардеробе, особенно осенью, зимой. А сейчас все-таки, так как мы все время за сохранение природы, все больше мода идет к тому, что не используются натуральные меха. Почему у нас искусственного меха стало много в последние годы в коллекциях? Потому что мы присоединились к обществу зеленых, так сказать. Такой спорт-шик, который мы будем добавлять в любое изделие, которое есть у вас в гардеробе. Это классическое пальто, это может быть какой-то лаконичный пуховик, это может быть любая шуба. Кожаный плащ сейчас будет очень актуален осенью. Мы сейчас очень ценим какой-то вот такой минимализм и лаконичность, чтобы везде подходило и быстро нам менять, чтобы какой-то комфорт был в образах. Комфорт, он просто необходим в наше время. И, наверное, мало очень женщин, которые там из-за моды сейчас что-то терпят. Сейчас так много модных трендов. Ты можешь подобрать для себя такой модный тренд, который даст тебе комфорт в том числе. А это сейчас очень ценно.